малята. В ефірі знову наш дитячий хіт-парад. У ньому участь може взяти кожен з вас. Ця телепрограма Барзірковича. Нехай Одеса буде знак розвіта. Чи ти співав? Чи танцюриш? Чи музикант? Я тут зможу виступити, він і ти, і я. Ця телепрограма Зіронька моя. Привет, ребята! В эфире самая детская среди музыкальных и самая музыкальная среди детских телепередач «Звездочка». Мы продолжаем весенний тур телерадио-конкурса «Детский хит-парад». Открыл ансамбль «Friends» из студии гитары школы номер 119, руководитель Андрей Васильевич Винник. А сейчас представляю жюри. Народная артистка Украины, педагог-балетмейстер Одесского театра оперы и балета Наталья Барышева, заместитель главного редактора газеты «Порто-Франко», лауреат премии имени Константина Паустовского Александр Галяс, заслуженный деятель искусств Украины, композитор, поэт, телеведущая Алла Мигай, Киев, президент Ассоциации гармоничного развития детей «Джуниор» Виктория Лукьянова, город Кишинев, Республика Молдова. Итак, танцевальную страничку начинаем!
люди неплохие, как вечер мы в пути. Фонарщики лихие, волшебники почти, шагаем след, 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 туда, где тень, тень, тень. Да будет свет, 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 как будто день, день, день. Мы не играем в прятки с полночной смолой. Все тайны и загадки, пожалуйте на свет. Шагаем след, 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 туда, где день, день, день. Да будет свет, 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 как будто день, день. Водятся волшебники, а с тем, кто верит в них. Где водятся волшебники, где водятся волшебники, фантазия твоих? С кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники, а с тем, кто верит в них? Чего на свете не случается, чего не бывает, а люди с крыльями встречаются, и люди в небо улетают. На крыльях веры в невозможное они летят в страну мечты. Пусть усмехнутся осторожные. Я полечу туда, я полечу туда, я полечу туда, а ты? Где водятся волшебники, где водятся волшебники, где водятся волшебники, фантазии твои? С кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники, а с кем, кто верит в них? Где водятся волшебники, где водятся волшебники, где водятся волшебники, фантазии твои? С кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники, а с кем, кто верит? Чулок. Все называют меня Пеппи, пара рук и пара ног. Они завидуют мне все, они не знают, что такое любовь. Но я-то видела картинки, и я смотрела в кино. Да мне рассказывала Зинка, как целовалась в метро. Они не верят, все равно они не знают, что такое любовь. Что такое? Бам-бам, не открою. Что такое? Что такое любовь? Пускай для всех я просто Пеппи, Пеппи длинный чулок. А для тебя я буду Пеппи, красивый редкий цветок. Но никогда им не расскажу и не скажу, что такое любовь. Но нам с тобой наплевать. Тогда никто уже не скажет.
такое любовь. Эстрадная студия «Фабрика звездочек» приглашает детей от 3 до 13 лет. В программе обучения танец, эстрадное пение, актерское мастерство, школа телеведущих, участие в съемках детской музыкальной телепрограммы «Звездочка», в концертах, конкурсах и фестивалях. Телефон 784-15-73. Звездочка, вы смотрели танцевальную страничку весеннего тура телерадио-конкурса «Детский хит-парад». В ней выступили маленькие ангелочки из ансамбля «Счастье», руководитель Дарья Зарецкая, воспитанники ансамбля современного эстрадного танца «Мрия», юные волшебники под руководством Татьяны Дедеску и озорная Пеппи с друзьями из ансамбля «Лезами» учебно-воспитательного комплекса номер 263. А сейчас в борьбу за звание самой популярной юной артисты Одессы вступают певцы. Итак, в эфире вокальная страничка весеннего тура телерадио-конкурса «Детский хит-парад». Привет! Здравствуйте! Я Ваня. Я Лусине. Мы брат и сестра, мы Кырчан. Мы хорошо учимся в школе. Занимаемся тхэквондо. Это вид боевого искусства. Плаваем, танцуем, ходим на актерское мастерство и поем. Сейчас мы споем для вас песню на армянском языке, которая называется «Лав», что означает «хорошо». Хорошо, когда есть мама и папа. Хорошо, когда светит солнце, блестит море. Хорошо, когда люди здоровы. Хорошо, когда мир. Мы желаем, чтобы у вас все было хорошо. Ай, сора бацелем, ой, я сварится с кацелем, эй, ты рада шкаре, а сэйн шта айнте, сэ касика у пьянка, чиста, еды касэйр кэнка мисте, урах и разисте, косыр ты меч не вагов, Шурджа, сын, агент, пытак, була. Трава, дручу, не мерла.
прощай. Ой, сонечко ясне, невже ти втомилось, чи ти розгнівилось? І ще хоча би раз, всі волі час, на міг забудь.
Студия «Фабрика звездочек» приглашает детей от 3 до 13 лет. В программе обучения – танец, эстрадное пение, актерское мастерство, школа телеведущих, участие в съемках детской музыкальной телепрограммы «Звездочка», в концертах, конкурсах и фестивалях. Телефон 784-15-73. В эфире «Звездочка». Вы смотрели вокальную страничку весеннего тура телерадио-конкурса «Детский хит-парад». В ней выступили солисты эстрадной студии «Фабрика звездочек» дуэт «Лус Ван» в составе Лусине и Ивана Мыктурчан под руководством Екатерины Степановой. Наша гостья из Киева, ученица школы эстрадного исполнительства Dream School, Христюк Валерия, руководитель Михаил Толмачев. Ученица эстрадной студии Татьяны Верди, Одесса Мама Мьюзик, Елизавета Балух. И солистка вокальной группы «Спиранца», руководитель Виктория Лукьянова, Молдова, город Кишинев. Голосуйте за юных артистов Одессы в интернете по адресу, который указан на экране. От вас зависит, кому будет вручен приз зрительских симпатий. А сейчас наша постоянная рубрика «Музыкальные новости». Привет! Сегодня мы расскажем о нашем партнере компании «Грандмастер». И не только расскажем, но еще и побываем в гостях на специально оборудованной для наших звездочек сцене. Компания «Грандмастер» основана в 1992 году, одна из ведущих в сфере шоу-бизнеса Украины. «Грандмастер» использует в работе аппаратуру всемирно известных производителей в области светового и звукового оборудования, всегда на острие технического прогресса и внимательно следит за новинками. Между прочим, я была с мамой на дне города, на Потемкинской лестнице. Там такую сцену построили классную. И я тоже там была. Выступали звезды Ирина Билык, Григорий Лепс, Максим Леонидов, Пелагея, ансамбль «Сябры». А я с папой ходил на рок-концерт группы AC/DC. Там такой был мощный звук, что я аж подпрыгивал. Недавно самые юные артисты Одессы, ансамбль «Смешарики», им всего по 4 года, выступали на сцене, оборудованной компанией «Грандмастер». Сейчас мы увидим, как это было. В синем небе облака, как белые флаги. Синее море, чайка над волной парит. Наша постоянная рубрика «Музыкальные новости». А я, Диана Фрунзе, прощаюсь с вами. До встречи в это же время на этом же канале, в самой детской среди музыкальных и в самой музыкальной среди детских телепередачи «Звездочка». Пока! Чихит пора!